Доброе утро, дорогие подписчики. Хочу показать улов вчерашний. Вот так я его засолив на тараночку. Хай не невеличкий, но тараночка буде вкусняшечка. Вот так, ведерочка, сейчас гнет найду. Накрию крышечку, приеду в город, засолю, чи тут засолю, посушу. Вот так. Сейчас еще я утром сходю, проверю, что там на утро есть. И сниму. Утро там. Начало шестого. Или уже больше, пока туда-сюда. Вот так выглядит утро. Утро. Но самое, что печалька. Сейчас я вам покажу. Это я сегодня в гостях в теще. Покажу вам печальку утреннюю. Вот, смотрите, в чем печалька. Снег. 24 мая. О. А ну, чтобы хорошо видно было. Ну, короче, вот так, наверное, надо сделать. Снег. Снег, блин. Вот так, ребята, морозы с утра. Наверное, померзло у вас последнее, что оставалось. Так-то красота. Но печалька в том, что мерзнет все на огороде. Цветочка по накрыванию там. Красотушка этим ирисом позакручивалась. Вот такие. Что тут остальные цветочки, я не знаю. Но он понакрывал. Ксюха. Что-то. Ну что, такие колыны там не боятся. Вот такие вот садочки. Что вообще показать там? По садочкам, садочка, а вот видите, тоже красота, померзла чи не. Вот такие вот цветочки, цветочечки. Так, ну ячмени вроде так не видно. Картошка пойти глянуть, примерзла или не примерзла. Так, горох не боится, а картошечку сейчас мы глянем. Ну уже солнышко прогрело. Ну, оно покажет. Начни отдавать и покажет, че почернее, че не. Вот так, ребята. Огородик. Тещин. Сейчас ночевок. Как положено. Раз. А вон, смотрите, кто нас охранял. Волки серые. Чтоб волки серые не загрызли, нас охраняет пес. А ну покажись. Вот такой. Пес. А ну тихо. Тихо. Вот так, ребята. Ладно, пойду сейчас я посмотрю на бобра снасти. И может карасей еще сниму. Там вдалеке виднеется ставок наш. Пар идет. Вот так там деревня. Так что кому нравятся такие видосы, ставим лайкосы. Пишем комментарии. Благодарю Машу. Миру Мир молодец. Пишет тоже комменты.
Так що, ребята, кому нравится, ставим пальчик вверх, пишем комменти. Пойду за бобром.